Привет, я остановилась у прекрасного пруда, и смотрите, ко мне пришли уточки и что-то еще говорят. Надо же, они совсем не боятся людей. Но это еще даже не все, посмотрите, еще даже не зарастет народная тропа. Смотрите, какие забавные. Это же надо. Я еще такого не видела. Посмотрите, какой очаровательный пруд. Здесь много всяких каналов. Да, здесь много воды, потому что страна Нидерланды находится ниже уровня моря. Ну вот они решили возле меня пощипать травку. Вот такая милота. Надо же. Наверное, здесь их подкармливают люди, и поэтому они поняли, что я хочу их покормить. Хотя у меня есть только фрукты, больше ничего в сумке. Как интересно, какие милые, еще даже голову наклоняют на бок. Вот так. Вообще здесь подкармливать диких птиц можно специальными кормами. Существует штраф. Но я вообще остановилась, чтобы дать вам послушать, как сильно гудит ветер в Нидерландах. Такой сильный звук, металлический скрежет будто. Ну вот так. Даже одна обошла меня, и теперь вернулась. То есть совсем не бояться. Желаю всем прекрасного настроения.